видео снято при поддержке магазина DAS Instrument. Это гарантия, сервис и качество. Город Николаев. Привет всем! Рад вас видеть на своем канале. И сегодня я отвечу на один вопрос, который очень часто задают. Это какую выбрать дисковую пилу для распиловочного стола. Это такой часто самозадаваемый вопрос. И по сути не только этот, а пишут многие. Мы просто об этом немножко поговорим, и я вам расскажу. На данный момент, на этом столе сейчас стоит дисковая пила EG-K66 мощностью 1600 Вт. Как по мне, в принципе, это самая такая доступная пила на сегодняшний день и более-менее, хорошего качества по такой цене. Потому что уже, пилы ставил дисковые на такие столы распиловочные разного типа. Это были и Interscale, и европейские какие-то варианты. То есть фирм, в принципе, много. То есть кто смотрит мой канал, и следит за тем, что сколько дисковых пил, я и тесты ставил, делал. Как по мне, то эта пила, у нее цена-качество. То есть и люфт. То есть такого сильного и нету. Такие коллекторные моторы я не сильно люблю, потому что они очень шумные. Но ставить сюда асинхронник, то это надо кучу всего придумывать и делать. В общем, это не для этого стола, потому что это быстрый вариант. Вот такие столы мы делали разного размера, и в принципе все оно однотипное, то есть идет уже дошли до одного определенного размера, и его в основном заказывают. И зачастую, в принципе, у клиентов бывает уже своя дисковая пила, либо уже чаще всего, подбираем дисковую пилу уже по цене, конечно же, то есть критерий идет по цене, выбор идет. На сегодняшний день эта пила будет стоить, AEG 4000 гривен. И уже там свыше идут дальше другие дисковые пилы. Это фирмы Bosch или Makita. Конечно же, ценовая политика сразу же влияет на цену, и поэтому не каждый может себе позволить. Я, в принципе, рекомендую, конечно же, поставить пилу не меньше, чем 1600 Вт. Потому что ставил я дисковые пилы на 1200 Вт. Если ей резать, доску 50-ку, мягкой породы сосны, то уже, конечно, ей тяжело, реально тяжело. Причем, в принципе, я склоняюсь, конечно, AEG, в чем ее недостаток, это диаметр ее идет 190 мм. Когда я ее ставлю в стол, соответственно, конечно, ты же не фрезеровываешь под самое, верх ее. То есть там толщина остается приблизительно где-то 12 мм, может 14. То есть съедается толщина диска, потому что вкладыш должен быть и все остальное, да? Мы ее вытягиваем где-то на 50 мм как раз впритык, чтобы она выходила со стола. Когда уже ты ложишь каретку, эта каретка еще 12 мм фанера, то есть и она уже опять тоже съедает, то есть свою толщину. Подрезать с помощью ограничителя, то есть можно. Конечно же, то есть у кого уже нету там торцовки, но есть, каретка, то можно частично обойтись без торцовки до какого-то определенного момента. Потому что торцовка все-таки она берет более, то есть, у меня 9 сантиметров может взять высоту. Все зависит, конечно, от торцовки, от ее диска, ее возможности. Лучше, конечно же, когда дисковая пила идет, есть запас мощности, это уже ее 2,2 киловатта, 2 киловатта, соответственно, там уже будет и вылет диска больше. Тогда уже есть и запас мощности, и, конечно же, расширяет возможности, то есть в работе. По диску. В основном, в принципе, диски идут штатные на 24 зуба, они предназначены для продольного реза,
Торцевать ее можно, но уже там частота обработки совершенно другая. Подведем итог в том, что, по моему мнению, на сегодняшний день, в принципе, цена и качество, это все-таки AEG K66 на 1600 Вт. И потому что дальше уже, допустим, цена уже растет, потому что диаметр диска увеличивается, и мощность пилы так же сама. Вот, поэтому как бы я на этом и, то есть, больше, в принципе, всего предлагаю, как бы, и сам пользуюсь этой пилой, потому что этой пилой я уже пользуюсь давно. Она режу на этой пиле, я обрезную доску делаю, хотя лучший вариант, конечно же, когда есть форматник, вот, а если нет, то купить очень дорого. Хороший вариант еще, когда доска лежит на платформе, и сама каретка с дисковой пилой, то есть с синхронным двигателем, двигается по швеллеру либо по двутаку. Это, конечно, вариант такой более, как бы, распространенный и дешевый. И, конечно же, на таком станке лучше делать обрезную доску. Но так как нету, то я все-таки режу дисковой пилой ручной. Вот. Потом уже обрабатываю их до конца. Либо, в принципе, если она не слишком широкая, на ленточной пиле. Опять же, приходится делать разметку. Вот, как бы, на этом все. Подписываемся на мой канал, кто еще не подписался. Сделаем репост, чтобы это видео было полезно для других. Всем пока, с вами был Руслан.